Hey guys, с вами Шимки, мы продолжаем проводить игру по названию Quake Shot Teardown Donald Duck. Ну что, мы отправляемся с вами. Отправляемся мы с вами в Махараджи мы были. В Египте мы были. Египет. О, тут в Египте все иное. Пронесло. Там, если что, сидят челики в этом, под водой, такие подводники. Эта дверь закрыта, и я не знаю, как ее удалить. У нас же есть диадема. Вот на этой локации я, ребята, не мог пройти игру. Вот после этого я и проиграл игру. Да, тут есть ловушки, но они такие. Как говорится, запрыгни и выиграй. Вот чёрт. Ха! А тут только денежки. Ну, лучше так, чем попасть в просак. Все? Блять. Да. Спасибо. Знаете, типа падаешь вниз и попытайся снова, как говорится. Огненная локация. Это как, знаете, моментально потеряет свои хпшки. И все. Вот и все. А что вы дальше сделаете? А вы ничего не сделаете. Там только умирать. Понимаете?
Просто беги и все. Огонь за мной летит, но он меня не достанет. Ту-ту-тун. Вот и все. Так, ребята, оно и происходит. Я могу просто бежать, но типа подкатами я быстрее двигаюсь. Да, здесь прикольно, тут ловушек много. Но это ж как раз та и локация, о которой я говорил, которую я не мог пройти. Почему ты проигрываешь здесь? Я сейчас объясню. Смотрите, я не читал, да, вот эту типа книгу. Первое солнце, потом луна. Потом звезда. Запомните, это код. И звезда. Вот. А я не понимал, что нужно делать. И меня эти типа камни постоянно убивали. А что я? А я что, знаю, что делать? Дональд берет скипетр Ра, солнце. Использовать. Вы не можете использовать его здесь сейчас. Понимаю. А мне никто не сказал, что нельзя стреливать. Нихера тут реакцию нужно иметь. Повезло. Так, а что я получил? Скипетр? Солнце. Это против призраков или что? Ну, не суть. Давайте, наверное, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем... А нихера. Ха. Знаете почему? А потому что мы с вами не одолели еще босса. Или одолели? Сейчас попробуем. Пожалуйста, очисти корабль. Хорошо. Я не могу его использовать здесь. Ну ладно, давайте тогда, я думаю, мы с вами на этом тогда и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем все-таки, да, пока.